Прежде чем мы начнем, дорогие друзья, для вас я разыграю 3 бронежилета Киви навсегда. Чтобы принять участие, все лишь ставь лайк, подписывайся на мой канал, пиши комментарий, в комментарии ставь ID своего ВКонтакта, также не забудь нажать на колокольчик и вступить в группу ВКонтакте, чтобы не пропускать итоги и новые ролики, а мы погнали! Если ты еще не начал играть в Warface, то тебе очень сильно повезло, ведь сейчас ты можешь начать играть с бонусами, а именно с донатом, випкой и крутыми пушками. Просто зарегистрируйся по одной из ссылок в описании. В первую тебе дадут весь боевой сет с крутыми пушками, за вторую ты сможешь открыть золотой кейс абсолютно бесплатно. И то, что с него выпадет, тебе сразу передадут на твой новый аккаунт. А если все же хочешь начать играть с випкой и очень редкими пушками неон, то регистрируйся по третьей ссылке. Если ты прошаренный чувак, то просто возьми и забери весь донат со всех ссылок. Получи огромную кучу доната и нагни всех новичков, ведь не все знают про эти акции, и ты сможешь спокойно набить себе офигенную статку и также быстро накопить кучу варбаксов и открыть крутые пушки. Также в описании будет ссылка с гайдом, где также можно забрать редкие пушки совершенно бесплатно. Ссылки на все ты найдешь в описании к видео. Привет всем, дорогие друзья, с вами Серега. Очень часто я говорю, что я охренел сегодня. Ну сегодня я действительно охренел. Я всегда очень сильно охренел, но это правда, это просто шок. Что вообще? Что? Я до сих пор не могу в это поверить. Новый пистолет в коробку удачи за кредиты и не только. ЦЗ какой-то там, до сих пор не смогу выучить его название, какое-то название он придумает, а потом, неважно. В общем, в чем прикол этого пистолета? В том, что у него будет платиновый, сука, скин. Наверное, каждый помнит мои видео, где я постоянно что-то предлагаю, то голосовой чат предлагаю, еще что-то предлагаю. И все, наверное, замечают, что все, что ютуберы предлагают, набирает много просмотров, много лайков, когда-то это в любом случае появляется. Через год, через два, просто админы не могут это делать сразу, то есть им нужно время, чтобы что-то нарисовать, чтобы что-то подумать, обдумать. Тоже там у себя помозговать, то есть как это лучше сделать. И сколько раз я шутил. Я не, вроде не особо серьезно это говорил, потому что это нужно, ну, не особо большому количеству игроков. Уже да, уже вот сейчас время прошло, уже да, это кому-то да нужно, потому что сейчас в Warface настолько дохрена золотых пушек, что лично меня они уже надоели. Я уже даже видео снимал, то есть помните, да, совсем недавно, я давно уже это затеял, но совсем недавно я просто жестко бомбанул, что золотые пушки, ну, меня вообще задолбали, потому что какой-то желтый кусок говна, ну, кому нужны странные золотые пушки? Предложил вести что-то уникальное, либо какой-то уникальный скин на золотую пушку, естественно, это скорее всего будет какой-то платиновый скин, или нереально просто красивый скин, или же разрежить обычные скины, также добавлять на золотые пушки, то есть, например, у меня есть берета золотая, я могу на нее повесить скин радиация, чтобы это было симпатично, чтобы было красиво, и я не думал, что они реально сделают это все так быстро, потому что раньше, когда я вроде бы просил, может кто-то помнит, 2 года назад делал картинки, превьюшки с платиновыми пушками, я был уверен, что их когда-то добавят, но все равно меня сказали такие сомнения, ну блин, ну камон, как их могут добавлять, если, к примеру, добавлять какое-то отдельное оружие, и если они оставят такие же статы, как и были, их никто не будет крутить, и понятное дело, если будет какие-то платиновое оружие, то его хрен кто выбьет, потому что шанс там будет невероятно просто мал. И сейчас добавляют на ПТС новый пистолет ЦЗ-шку, первый. Единственный пока что, который есть со скином платиновым. Не скажу, что скин выглядит вот просто нереально охрененно, что можно было сделать лучше, но он, сука, платиновый. Платиновый, сука, скин. И самое, что прикольное, точнее, не прикольно, что он только на эту сраную пушку. То есть у меня сколько золотых пушек. И я ни на одну пушку не могу выбить этот скин. То есть если они только начнут как-то понемножку это все дело добавлять. Я не говорю, что это невероятно редкий скин. То есть я хотел не так, чтобы он был невероятно редким. То есть каким образом он невероятно редкий? Я не играю сейчас принципиально с золотой беретой, потому что она не нравится, как мне... Она выглядит как говно. Я хочу на нее напялить скин. Ну, вот, например, у тебя есть золотая берета, ну сделайте вы в правом нижнем углу, что если у тебя уже есть золотая берета, только ты можешь купить этот сраный скин и только на золотое оружие, как, к примеру, какой-то приемлемой цене в 1000 кредитов. То есть у тебя есть это оружие, с чем тебе еще что-то выбивать? Но единственное, что мне... вообще зашло, я прям обосрался от счастья, когда это увидел, что коробки удачи можно будет открыть за короны, чуваки, неважно, сколько будет стоить, конечно, если там не по 3000 кредитов за одну коробку, это вообще полный бред, но наконец-то дождались короны,
кредиты. Ну, наконец-то! Единственное, чем будут отличаться эти коробки, то, что в коробку удачи за короны будет только золотая версия, обычная. Платинового скина не будет. И прикольно в кредитной коробке то, что если ты выбьешь скин платиновый, тебе в подарок дадут золотую версию. Но я так представляю, что шанс выбить именно платиновый скин там действительно можно, вот действительно можно обосраться, какой маленький, и кто его выбьет, действительно может сразу паковать все свои вещи и лететь в Лас-Вегас, потому что по-любому он выиграет там миллиардов 10. И это полная жопа. А в коробку удачи за корону они почему-то скин не добавили, но в принципе, как бы, достаточно и такого, потому что, опять же, мало ценителей, которым именно нужен будет платиновый скин на какой-то пистолет. Пистолет, кстати, вроде бы годный, но опять же, если он будет ваншотить в голову, тогда будет что-то интересное, хотя бы на близкой дистанции. Сиксаур чистый из принципа, чуваки, не юзаю, потому что он сейчас, ну, полное говно. Мне вообще Сиксаур вообще не нравится. То есть я выбегаю на кого-то в голову, просто впритык, вот впритык даю в голову, и он дает мне ваншот. Я играю сейчас с R8 или Таурусом, но Таурус скоро пофиксит, и все равно буду играть с R8. А потом еще этот CZ-шку пистолет, и, скорее всего, он мне не понравится. Я опять же попробую выбить платиновый скин, потому что это что-то новенькое. В коробку удачи я обожаю, обожаю просто, когда что-то новенькое, но критикуешь — предлагай. Во-первых, я не критикую, мне все понравилось, но единственное, что не понравилось, это то, что этот скин только на пистолет. Я надеюсь, что в дальнейшем они не в коробке удачи запихнут этот скин, они именно разрешат, вообще сделают на все пушки. В чем проблема? Наймите вы, блин, 5 дизайнеров. Я знаю парней, которые бесплатно эти скины рисуют. И все эти картинки, которые у меня с платиновыми пушками были. Но, блин, камон, чуваки, это обычные любители, нарисовали за бесплатно. Ну, наймите вы человека, заплатите ему в месяц, блин, 30 тысяч рублей. Но это мизерные деньги для вашей компании. Заплатите ему, чтобы он на все пушки нарисовал золотые платиновые скины. Чтобы не в коробке удачи, чтобы именно у кого уже есть это конкретное золотая версия, просто на складе появилась в правом нижнем углу, что он может за какую-то конкретную сумму купить, потому что меня золотые пушки задолбали, они выглядят как желтый кусок говна, но платиновый — это мой любимый цвет, синий близко так к фиолетовому, любимый мой цвет, если не там переливаться как-то интересно будет, это будет очень здорово. Но опять же, я просил на золотые пушки не только платиновые скины, а вообще конкретно еще другие, поэтому надеюсь, они будут это все дело развивать, и на золотые пушки можно будет вешать какие-то еще другие скины, потому что платиновые, золотые — это тоже мало. Да, это универсально, оригинально, но чтобы платиновый скин опять же получить, нужно обосраться, как там кого-то что-то выбить, какая удача тебе нереально должна повести. Но именно какой-то скины можно было просто покупать, потому что золотых пушек сейчас, именно сейчас в Warface очень, просто очень много. Еще что мне понравилось и не понравилось, это отлично, что за короны можно покрутить донат, это великолепно. И он может выпасть там именно навсегда, а не на какое-то время, как там элитные пушки они добавляли. Это замечательно, админы красавчики. Но нужно добавлять еще какие-то пушки, то есть не только, чтобы этот пистолет можно было выбивать за короны, естественно, чтобы там была не космическая цена за короны. Ну, то есть 500 корон за одну коробку, к примеру, я считаю, будет вот сверхдостаточно, потому что даже нет, даже много, честно говоря, даже 200 корон, мне кажется, это вообще хорошая цена. Но, опять же, если админы слишком оборзеют, то 500 корон — это офигеть как много. Так что, админы, не делайте больше, это в принципе не надо. Я надеюсь, что в дальнейшем другие донаты тоже именно так можно будет получить в коробке удачи за короны, потому что у меня 180, сука, мать его, тысяч корон. И то я еще их трачу на элитные перчатки, каждый раз покупаю, какие-то шлема элитные покупаю. Постоянно, то есть их трачу. Вы прикиньте, насколько дохрена корон у некоторых людей. Я реально встречал людей, у которых по 300 тысяч, по 400 тысяч корон. Мне даже рассказывали. Я, в принципе, верю, если там ходить каждый день по ВЕшке, там просто по приколу, по фану вступать за бабки в клан в последний месяц в элитной лиге, я верю, что можно и миллион корон накопить. Я верю, что у кого-то есть и миллион корон. Это охренеть как много. Это охренительно будет, если именно так они сделают. Поэтому сейчас у меня реально подорвалось. Я реально в шоке. Я реально в хорошем шоке. То есть это реально круто. Какой-то платиновый скин на золотую пушку — это начало. Дальше, больше, естественно, надеюсь, они сделают так, как... Ну, не хотя бы я сказал, но просто хотя бы оригинально как-то, ну не то что оригинально, хотя бы хоть что-то более-менее адекватное, приемлемое, чтобы люди, у которых были золотые пушки, тоже могли цеплять на них какие-то скины, а не конкретно на какие-то новые пушки, которые они будут добавлять. Поэтому, чуваки, поддерживайте видео лайками, пишите ваши комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылки есть в описании. Если не начали играть в Warface, обязательно начинайте, ссылочки с крутыми бонусами есть в описании, обязательно регистрируйтесь по ним. С вами был Серега, увидимся, пока. Now I'm smiling from the stage.